для меня это достаточно неожиданно, потому что, ну, я бы сам, наверное, никогда не решился, но когда меня стало руководство университета убеждать, что надо выйти с ходатайством, и когда ученый совет, это 60 человек, докторов наук, профессоров, преподавателей с высшей категории, да, когда они единогласно проголосовали, ну, там уже отступать было некогда.